несколько раз сделали, чуть это все убыстрим. Ну, мы будем там подсказывать. Это сделали, проходы. И после этого у нас идет с вами атака против обороны. 5 атакующих зеленых, красных. И против 5 защитников. Построился Геворг, поставил голландец, уже пошили, да, пошла передача, и все время туда двигались, так, построечка, да, развернул, через гол снова голландец, да, и постараемся, пошли, не торопись. Нас на поле не будет, вы должны здесь этому научиться. На поле, ну, все, вы там уже нас не слышите. Это если вы здесь не наработали, там тяжело в игре. Вот это основное. Вы все время думать головой. Не просто бежать спонтанно. Если я нападающий, я на все время для себя готовлю. Я показал, отскочил. А не просто бегу, влево, вправо бегу. Дайте мне, никто не даст. Если не будешь это делать, открываться сюда, подстраиваться потом. Или сюда, дайте мне сюда. Тогда нападающий, Макс Чеканчик. Тяжело будет мяч получать. Это не только Макс, это все нападающие. Все, ребят, давайте, защитники. Пятерочка остается, да, другая пятерочка за воротом. Крайний, вон там, где удобно меняться. И нападающий уходим туда. Ребят, гол считается забитым, когда вся команда до середины вышла. До середины. Когда гол считается. Давай. Стои, парики. Стои. Стои. Слава, Жорж. Уже стой, уже выходи. Я с тобой. Правда, как начать? Пуля. Ярослав, браво. Так, удар в тапках.